Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. На проду кудельку, на целую недельку, на целую недельку, на проду кудельку. Понад куполотна, покуль прийде весна, понад куполотна, покуль прийде весна. Справлю я сорочки для сына и дочки, покуль прийде весна, понад куполотна. Поздняя осень за окном. Наступает Пилиповка. Так в народе называлось время с 27 ноября до Рождества Христова. Время поста. А в это время в хатах ставились ткацкие станки. И эти станки стояли в доме до самой весны. Ах, сколько полотен нужно было бы соткать за время зимы! И сорочки, и полотенца, всевозможные постилки, чего только они изготавливали мастерицы своими руками. Не зря говорят в народе: Пилип детей одевая. Ой, Боже ж мой, Боже, хлопца я люблю, не моя причина, что замуж не пойду, не моя причина, что замуж не пойду. Здравствуйте, Степановна. Здравствуй, Елена. А я сегодня к вам на вечерке. Очень замечательно, милости просим. Спасибо. Дорогие друзья, а я хочу напомнить, что предновогодние вечера вы можете провести с друзьями или провести корпоратив с коллегами в ресторане-пивоварне «Лямус» в домашней атмосфере, в уюте, тепле и, конечно же, попробовать блюда белорусской национальной кухни. Ну, а я сегодня привезла еще одно блюдо на ваши вечерки. Ага. И что же мы будем готовить на наших вечерках? Ну, вы знаете, вечерки часто начинались с совместного приготовления ужина, который делали в складчину. А сегодня я хочу предложить блюдо, которое называется «Белорусские комовики». Снова у нас бульбочка, главный ингредиент. Ну, главный пост, ингредиент, поэтому... Да, конечно же, блюдо будет постное. Поэтому у нас бульба, лук, фасоль, так, мука... И яйцо. Так, а как же яйцо? Пост и яйцо, не понимаю. Ну, для тех, кто очень строго соблюдает пост, можно и без яйца обойтись. Ага, можно обойтись. Да. А я хочу, в свою очередь, пригласить нашего замечательного помощника, повара ресторана-пивоварни «Лямус» Евгения. Евгений! Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вы нарядный. Ну, не зря же к нам на вечерки собирался. Евгений, а готовили вы такое блюдо – белорусские комовики? Нет. Не приходилось? Название. Ну что, Елена не перестает нас удивлять, правда? Да. Ну что ж, мы давайте приступим к приготовлению нашего блюда. Да. И для этого я попрошу, конечно же, чтобы вы помогли мне. Женя, я попрошу вас, вот картошка у нас уже отварная, угу, в мундирах, ее нужно очистить. Хорошо? Я вам дам картошечку. Так, Степановне мы поручим размять фасоль. Фасоль. Фасоль может быть и отварная, и консервированная. А чем ее лучше разминать? С чем? Вилочкой. А, вилочкой, да? Ну, вот, я, конечно, хорошо, как всегда, займусь луком. Луком здесь. Как у нас дело на пилиповских вечерках-то ладится? И туды гора, и сюды гора, а помеж тыми горами крутыми узышла зара. Елена! А помеж тыми
крутыми узы шла зара. Евгений, вы нам не помогаете петь, и вот как-то нам сложно вдвоем. Мне готовить лучше получается. А, готовить точно, точно. Где-то в конце осени девушки для вечерок снимали хату. Чаще всего на окраине деревни. Если не получалось снять во временное пользование целый дом, договаривались о части его или, по крайней мере, о комнате. Платили зачастую складчину. Девушки готовили ужин и, покушав, садились за работу. Пряли, вышивали, сучили нитки, ткали. И так всю зиму. На вечерках зачастую готовили себе приданое, ведь другого времени и не будет. Весной уже надо в поле трудиться. Во многих местах был обычай, согласно которому все девушки оставались ночевать после вечерок в снятом доме. Так и говорили: «Мы николи не сустракаемся дома». Ну вот, фасолька у меня уже готова. Картошку я тоже почистила. Отлично. Ну, я ее лучом порезала. Так. Ну что ж, мы сейчас, Евгений, вас отправим обжарить лук. Его нужно, обжаренный лук, затем смешать с фасолью. А мы со Степановым тем делом я буду тереть картошку. Ага. А вам вы сама... картошечку. Да. Хорошо. А вам самое ответственное дело поручим порезать зеленушку. Ой, вот это я люблю. Главное, что не лук. Так, ну что, Женечка, пожалуйста, обжарьте лучок с фасолью. Так, значит, картошкой займетесь вы, Елена. Да, да, да. Очень хорошо. А вам зеленушку? Мне передавайте зелень. Вот. Фасоль люди знают уже много веков. Польза фасоли в первую очередь в том, что в ней присутствуют незаменимые для организма белки, аминокислоты и витамины. Белок – это примерно пятая часть плодов фасоли. А из витаминов в ней есть А, В, С, К, П, присутствует и витамин Е, который является природным антиоксидантом. Наличие последнего очень положительно сказывается на состоянии кожи, волос и ногтей. Очень хорошо подходит фасоль для приготовления всевозможных блюд для питания людей, страдающих сахарным диабетом. В ней содержится такое вещество, как аргинин, снижающий уровень сахара в крови. Применяют фасоль и в косметологии для масок, которые отлично устраняют признаки старения кожи лица. Говорят, подобной маской пользовалась даже сама Клеопатра. А что мы, какую песню, может быть, тоже споем, пока Евгения нет? Какую-нибудь веселенькую такую? На вечерках-то всегда весело было? Да, на вечерках разные песни пели. Конечно же, очень много веселых песен. А давайте споем, мы еще с вами не пели, «Мои очи черные». Попробуем. Ну, помогайте мне только, Степановна. Давайте. Мои очи чорные, 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 мої очі чорные, чорные, кепска мне, і з вами кепска мне, і з вами кепска мне, і з вами кепска мне, кепска мне, і з вами кепска мне, і з вами кепска мне, і з вами кепска мне. Ой, родила ж мяне маці, мяне маці, мяне маці. Ой, родила ж мяне маці, мяне маці. Долечки не дала, долечки не дала, долечки не дала, не дала. Долечки не дала, долечки не дала, долечки не дала, не дала. Як возьму я свою долю, свою долю, свою долю, як возьму я свою долю, свою долю. В лузе закопаю, в лузе закопаю, в лузе закопаю, в лузе. В лузе закопаю, в лузе закопаю, в лузе закопаю, в лузе. Мяне хлопцы не чапайте, не чапайте, не чапайте, мяне хлопцы не чапайте, не чапайте. Пасагу не маю, пасагу не маю, пасагу не маю, не маю. Пасагу не маю, пасагу не маю, пасагу не маю, не маю. А у нас в это время начиночка готова. И, Женечка, мы попросим вас сейчас нам сделать тесто. То есть в картошку нужно добавить муку, яйцо и замесить его. Хорошо. И, наверное, немножечко соли, да? И перчик, наверное, в картошечку можно. Да. Можно добавлять или нет в этот? Да, конечно. А, отлично. Посолить нужно нам и тесто, и начинку еще. Теперь, Женя, мы должны добавить муку в наше тесто и затем посолить.
А вот интересно, тесто должно быть, наверное, каким-то эластичным, я думаю, да? Все равно таким пушистеньким, да, да, Евгений? Да. Угу. Перчику тоже так по вкусу, кто как любит, вероятно. Да, кто так любит по вкусу. А скажите, Евгений, потом нужно еще и руками его замешивать или только ложкой можно вынести? Можно, конечно, лучше руками. Да? Лучше вымешивать. Так. Картошка является очень специфическим продуктом, ведь ее вкус будет изменяться от того, какой способ приготовления вы выберете. Для того, чтобы приготовить вкусный вареный картофель в мундире, лучше всего брать картошку небольшого размера. Кроме того, она должна быть одного сорта. Хорошо помыв картошку, в кожуре нужно сделать небольшие проколы для того, чтобы она лучше проварилась. А чтобы кожура на картошке во время варки не лопалась, ее края не разваливались, добавьте в воду немного лимонной кислоты или уксуса. А чтобы картошку было легче очищать от кожуры, сразу же после того, как сняли кастрюлю с огня, залейте сваренные клубни холодной водой. Все. Готово? Все, тесто у нас готово. И теперь нам еще нужно посолить начинку. Давайте приправим начинку. Да, приправьте солью и перчиком. И перчика можно добавить туда, да? И можем затем мы приступать к формированию наших белорусских комовиков. Так, перчику тоже вот так, да, по вкусу. Кто как любит, можно острее, а можно чуть-чуть добавить. Ну все, начинка готова. Ну, мы, наверное, попросим Женю вас, чтобы вы нам показали, как это делать красиво и правильно. А затем мы уже со Степаном поможем. Конечно, нам нужен ваш мастер-класс. И, наверное, нам понадобится, я помню, вот вы говорили, обязательно водичка. Так? Да, это для того, чтобы руки не прилипали. Вот, это у нас все приготовлено здесь. Пожалуйста. Смачиваем руки. Формируем порцию, да, такую небольшую? Да, ложечку берем. Угу. Такой комочек. Делаем, да. Ага. Выемочку. Ложечку начинки нашей. И облепить так, да? Вот. Формируем в виде такого пирожка, да? Формочки пирожка, да. Угу. Вот такой пирожок у нас. Получился. Да, настоящий красиво. Белорусский комовичок. Евгений, отправляйтесь на кухню. Сваренный в мундирах картофель остудить и очистить от кожуры, а затем натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку. В полученную картофельную массу вбить куриное яйцо, посолить, добавить муку и хорошенько перемешать до однородной массы. Лук очистить, мелко нашинковать и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета. Консервированную или отваренную фасоль смешиваем с обжаренным луком. Соль и перец добавляем по вкусу. Затем хорошенько все перемешиваем. Картофельную массу делим на порции примерно по 100 грамм. Затем скатываем в шарик, из него формируем лепешку. Выкладываем на нее фасолевый фарш и придаем форму пирожка. Комовики нужно обвалять в муке и обжарить на масле со всех сторон до румяной корочки.
Пока готовятся наши камовики, мне хотелось бы поговорить про вечерки. Вот я знаю, что на Витебщине, в некоторых регионах, на вечерки приходят не только молодежь, но приходят уже замужние женщины. И они, как хозяюшки, показывают мастер-класс молодым, как нужно ткать, вышивать и, конечно же, как готовить приданое. А как это все происходит у вас? У нас тоже, как и во всей Белоруссии, тоже проходят вечерки. И, конечно же, молодежь отдельно вечерки проводит от более старшего поколения. Приходили на вечерки и парни, но в малом количестве, чтобы не мешать работе девушек. Приходили не только, чтобы посмотреть, как работается, а и для того, чтобы найти себе невесту. По характеру занятий вечерки делились на рабочие и с гулянием. На первых основная часть времени посвящалась работе. Девушки пряли, шили, вязали. Лишь ближе к ночи начинались развлечения. На вторых же работа сводилась к минимуму или исключалась вовсе. Но, тем не менее, более старшее поколение, конечно же, учит, передает свой опыт. Ну, а молодежь в той избе, где они находятся, они, конечно же, проводят игры, поют песни, ну и занимаются рукоделием, конечно. Вот какие замечательные традиции есть у белорусского народа. Что самое важное происходило в вечерках – это общение. Каждый из участников мог создать впечатление о себе и присмотреться к другим. Именно на вечерках парни ухаживали за девушками, и здесь создавались пары. Причем у девушки могло быть несколько поклонников. Пока у нее не было постоянного кавалера, она могла оказывать внимание разным парням. Если же пара уже сложилась, то интерес девушки к другим ребятам осуждался молодежным обществом. Не в почете был также и парень, который часто менял подруг. Наличие постоянного собеседника было важно для девушек. Он оберегал и защищал ее в разных ситуациях. Во время вечерок он сидел около работающей девушки, разговаривал с ней, становился с ней в пару, в играх и хороводах. Молодежь старалась по возможности скрывать от родителей и односельчан свое поведение на посиделках и игрищах. Хозяевам избы даже платили особые деньги за молчан. А собственное молчание заклинали песней. Мы ждем тем временем наши камовики. Запах, запах, ух ты! И выглядит аппетитно. Ну что, начнем пробовать? Давайте. Самый большой камовик я предлагаю положить Елене. Спасибо. Не откажусь. Так, и вот я вижу, здесь у нас есть сметанка. Но для тех, кто держит пост, можно использовать постный майонез. А можно и вообще без майонеза. Без майонеза, майонеза, да? Они и так очень вкусные. Я надеюсь, вам понравится. Попробуем сначала без всяких добавлений, да? И вы, Евгений, тоже скажете свое слово. Ой, действительно, как вкусно пахнет. Лучок чувствуется здесь. Давайте со сметаной. Ну, сначала так попробуем. На самом деле очень вкусно. Очень. Сейчас пробуем со сметанкой. Елена, как вам? Ну как? Очень вкусно. Замечательное блюдо. Вы готовы взять рецепт этого блюда в копилку рецептов вашего ресторана? Очень вкусное блюдо, я думаю, обязательно возьмем. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что всех вас ждем в ресторане-пивоварне «Лямус». Как приятно провести здесь предновогодние вечера с друзьями или на корпоративе с коллегами.
Дорогие друзья, приходите в наш ресторан. Здесь вы попробуете замечательные блюда белорусской национальной кухни. Ресторан-пивоварня «Лямус» ждет вас! Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.